по жителям, которые были отселены в связи с ситуацией, которая случилась по адресу Торговая 20. Всего зарегистрировано в этом доме 41 человек. Фактически там жили 44 это человека. 35 мы отселили в отеле «Винтаж» и в отеле «Одесский дворик». Остальные жители, жившие в этом доме, находятся сейчас у знакомых либо родственников. В отеле отселяться отказались. Полностью все расходы по гостинице взяла на себя компания-застройщик. Со всеми есть связь, со всеми мы поддерживаем связь. И эти люди будут находиться в отелях до тех пор, пока мы не получим результат экспертизы.